Здесь собрались люди из разных стран, из разных городов, из Белоруссии, из Литвы, из Латвии, Эстонии, из Казахстана, Украины, от Балтийского моря до Тихого океана. Такая огромная география. Поприветствуем их. И прямо из этого священного места, из этого храма, который мы видели, будет сегодня проходить процесс. Мы будем присутствовать в этом пространстве этого храма, потому что это здесь будет переполнено этими энергиями весь зал. Процесс будут вести преподаватели Университета Единства. Вы его хорошо знаете, а кто не знает, вы сегодня познакомитесь. Намасте! I feel so happy to see you all like this. So it is in Moscow. For the first time, we have the maximum number of people participating in one place. So Russia wins the cup. But I know you have come here to receive something tremendous from the Oneness University. The question is, are you interested in learning that kind of science and technology of consciousness? Well, on the phenomenon, you will start witnessing miracles in your life, almost a miracle a day.